Мексиканские власти могут гарантировать полную безопасность главы Римско-католической церкви Папы Римского Бенедикта XVI во время его предстоящего визита в Мексику, намеченного на 23-26 марта. Об этом сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции глава МВД Мексики Алехандро Пуаре. Это будет первый визит нынешнего понтифика в Мексику. Он посетит штат Гуанахуато, крупнейшим городом которого является Леон. На всем протяжении от аэропорта до самого города, а это расстояние в 34 километра, Папу Римского будут встречать паломники, выстроившиеся вдоль обочины дороги. За время своего пребывания понтифик обратится к верующим с 5 проповедями. Бенедикт XVI посетит несколько городов Гуанахуато, штата, в котором активизировался наркоконтерь рыцари Ордена Тамплиеров. В середине февраля ими были совершены несколько убийств в разных населенных пунктах штата. Правда, сами наркомафиози в начале февраля пообещали объявить перерыв своей преступной деятельности на время визита Папы Римского.